Привет, виноградари! Вы снова на моем канале «Виноградник за окном». Сегодня такая тема разговора. Тут меня упрекнули, что я неправильно обрезаю, вернее, не обрезаю, а делаю срез на лозе. То есть, вот я взял свой секатор, обычный, кстати, самый, ну не самый дешевый, но один из дешевых секаторов, вот такой. Сейчас покажу его немножко ближе. Значит, верхний нож, вот этот, он металлический, он немножко точится. А вот этот нижний, даже он, ну, он чем-то покрыт был, белым каким-то веществом. Скорее всего, прессованное, как обычно, какой-то состав красного цвета, наверное, с содержанием меди или еще что-то. Короче, не самый дорогой, а вернее, один из самых дешевых секаторов. Значит, в чем же все-таки тема разговора? Вот я взял лозу, вот я взял секатор, вот так, чтобы было видно. И вот смотрите, вот эту левую часть я буду оставлять себе, допустим, на чебуки. А вот эту правую я буду выбрасывать. Так вот так, когда я делаю рез, вот эта сторона, говорят, больше сминается вот этот краешек. Вот я делаю срез. Я не вижу разницы абсолютно. Абсолютно не вижу разницы. Хорошо, я делаю еще один срез. Опять я сделал срез. То есть вот этим секатором, самым дешевым секатором, я произвожу эти срезы. Делаю еще один срез. Смотрите, где здесь, да, они оба с обеих сторон немножко подмятые. Но мы же от верхней почки оставляем всегда вот такой черешочек, кончик. Для чего? Чтобы именно вот здесь и не было этого растрескивания. Он все равно усохнет. Поэтому, ну, не знаю. Либо люди начитались, увидели где-то. Может, у кого-то такой плохой вообще секатор, который раздавливает. Ну, вот опять сделал срез. Смотрите. Нету никакого. Ну, возможно, есть там минимально. Но это все равно усохнет. Это все сохнет. А говорят, делать нужно. Некоторые даже берут вот так вот. Вот таким образом секатор и проводят вот так срез. Так вот, смотрите. При таком срезе, смотрите, как устроены вообще ножницы. Вот я держу в руках секатор. Вот смотрите, левая, это там, где мы пальцы, а она дальняя от нас, половинка секатора. А вот эта часть, она ближняя. И вот когда мы производим такие движения, мы интуитивно вот стягиваем, сближаем вот эти две половинки ножницы, либо секатора. Это устроены все так ножницы. И они и предназначены для того, чтобы их держать именно вот так. Не вот так, вот так. Некоторые показывают, берут секатор вот таким образом. И наоборот, они разжимают вот здесь зазор между ножами. Немножко увеличивается. Особенно это касается именно вот таких дешевых, обычных секаторов, которыми мы все пользуемся. Ну, возможно, у кого-то есть и очень дорогие, там совсем другое. Поэтому уж если вы хотите именно пользоваться вот таким методом, то лучше тогда возьмите вот и разверните черенок свой, свою лозу. То есть вот если вы так режете, то оставляем эту часть и вот таким образом производите рез. Ну, хотя я, честно говоря, я не вижу разницы, где тут что. То есть практически рез, но вот здесь получилось немножко. Опять же, я просто не дорезал и все. Короче, вот такой небольшой разговор получился у нас. Если кто может сделать дополнение к этому видео, напишите в комментариях, скажите, пользуетесь ли вы именно вот таким способом, обращаете ли внимание, какой стороной секатора куда направлять. Ну, в общем-то говоря, на этом все. До скорой встречи на моем канале. Подписывайтесь на канал, это касается новых зрителей. Ставьте лайки, дизлайки. До скорой встречи. До свидания.